Мы пришли на турнике размяться. Виталик реально размялся, я сразу на брусья эту балахничевскую фишку делаю, и она у меня получается. Крокодил на одной руке. Так, ладно. Сейчас все будет по-жесткому. Этот. Этот дом? Ну да. Можешь купить. 4000 стоит. Сейчас. Давай. Так чё? Ты госпиталь вообще? Ну да, госпиталь. Вот. Чё у тебя там это? Орёт. А это поезд едет. А. О, давай сфоткаемся. Давай. Дартс. Чё, блядь? Куда? Вон тут у меня в полете это человек только что был. Так, месяц что такое-то попадал. Да. О, тачка как раз. Это черная вдова, походу. Угу. Опять у меня этот рюкзак был на спине. Она, конечно, живая. Все убили. О, Терминатор. Амбал из Человека-паука. Ага. Сейчас его надо оглушить. На. А я... Так... А, не успеваю никого оживить, блин. Давай, ебашь, пока он валяется.
У меня гранаты эти кончились, больше нечем его убивать. Давай пока ослеплен. А, это... Кто там еще сдох? Кто еще тупал? Шаунди? Где он? Да блять, мне... Он что такой мощный-то? Живи, если могу. А на чем меня сносит-то куда? Куда? Что он сделает? Гранату бросит, да? Да без разницы, просто стреляй по нему. Просто по нему стреляй, да и все. Много по нему стреляй. Есть. Вот это нормально. Где? Кого? Все убит. Ну все, понеслось. Ну что, блин? Я тоже хочу такую игрушку. Он даже бежит с ней как с гири. Кое-как. Он устает быстро, когда на шифте бежит. Я вижу. Угу. Ты еще всех убьешь. Ты не усп... Да тут нет, они такие жесткие. Где кто? Я ни одного даже еще не вижу. Это Сириус Сэм напоминает, только он здесь не играл. Он с миниганом только так не бегает. Я не играл в Сириус Сэм. Ну ты видосы видел. Ну так. Ну-ка, гранатку им. Нет, не долетело. Блять. Да ёпта, какой нахрен чат, у меня чат вышел. О, все. О, сзади много. Э, кого видишь ты? Блин, сзади меня чувак стоит. Останови меня. А, отлично, спасибо. Да ебать. Все. Чё? Я нажимаю. Так, нам опять надо под машины бросаться. Без разницы. А? Под машины бросаться. Зарабатывать на жизнь. А, тут на время. Тут за 5 минут надо 400 тысяч долларов собрать. Ну да. Делать прикрывать а летишь, короче, и надо
прикрывать вот этого чувака. Только управляем вертолетами уже мы сами. Угу. И чё там же? Вон он. Интересно, что ездит. Ну, у него сделки там какие-то, я не знаю. Все.